Ранее столица Олимпийских игр 2014 года получила право принять взрослый чемпионат планеты 2017 по бобслею и скелетону. Соревнования сильнейших юниоров мира будут предшествовать чемпионату мира, право на проведение которого уже получено. У организаторов есть намерение сделать все, чтобы, начиная с 2018 года, в Сочи этапы Кубка мира по этим видам спорта проходили на постоянной основе, сообщает администрация города.